Привет, дорогие друзья! Похоже, наше видео возымело результат. Телефон колл-центра, по которому записывали на получение 500 рублей, отключили. Городской штаб партии «Единая Россия», город Тольятти, слушаю. Ну, я хочу сказать немного другое. Мы пообщались с одним из участников гонки от партии власти. Ну, понятно, что на камеру никто говорить не будет, но в условиях анонимности он сообщил, что у «Единой России» в Тольятти по социологическим замерам получается результат меньше 15%. Это настоящее, это сокрушительное поражение для партии власти, чего они допустить не могут. И, естественно, в этой ситуации в ход идут все методы, в том числе и незаконные, вот, про которые мы показали. То есть, что здесь сказать? Это политическая борьба, и, как мы видим, не все используют законные методы. Даже партия власти, которая, казалось бы, должна соблюдать закон, блюсти, показывать всем пример, потому что это же партия власти. Она скатывается вот на такие маргинальные вещи. Но работа агитатора заключается в разносе агитационно-пропагандистских материалов, в сборе подписей, в проведении пикетов, в раздаче АПМ, в проведении формирующих опросов. То есть, ну, это работа. Это действительно работа агитатора за какую-нибудь партию или за кандидата. А когда тебе говорят, вот тебе 500 рублей, ты должен проголосовать за, ну вот в данном случае, за Единую Россию, то это уголовно наказуемое преступление. Какие-то поэтому вариации, к примеру, после размещенного видео мне написали с Приморского края, там Единая Россия оценивает голос в 1200 рублей. Поэтому я считаю, что в Тольятти надо требовать прибавление в жалование тем, кто заключает эти договора. Ну, еще отмечу, что мы уже говорили, вот в частности, с Бориславом Гринблатом, неказистой этой компании, да, чем придумали сажать розы. Это такое, знаете, подражание Саакашвили. Помните, в Грузии была такая революция роз? Единороссы Тольятти, они вот тоже уподобились бывшему лидеру, бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили и сажают розы во дворах Тольятти. Пожалуй, на сегодня это все. Друзья, делайте правильный выбор. Подписывайтесь на наш канал. Пока!